Вы сами писали? Ну, да. А чего? Совсем плохо? Нет, наоборот. Мне понравилось. Сформулировано хорошо, и выводы интересные. Вот. Не зря, значит, я в библиотеке задницу плющил. Виктор Михайлович, не портите впечатление. Извините. Я правда старался. Вы молодец. А стулья у нас в библиотеке и правда неудобные. А мы их заменим? Было бы неплохо. Будет. Спасибо. И вам спасибо. Что вы себе позволяете? С ума сошла. Я вон за ручкой потянулся. Ой, ну, извините, пожалуйста, я... А давайте, наверное, на сегодня закончим. Темно уже на улице, надо идти мне. В общем, до свидания, хорошего дня. В смысле вечера. В смысле приятных снов. До свидания.